Сегодня в системе образования применяются новые методы обучения с применением технологии e-learning, blended learning, облачных и мобильных технологий, которые формируются и управляются системой автоматизации учебного процесса. Проект «Комплексная автоматизация деятельности высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и внедрение цифровых сервисов» предлагает облачную систему автоматизации учебного процесса «Универ 2.0» для эффективной цифровой трансформации деятельности вузов. Система состоит из цифровых сервисов, которые автоматизируют все этапы процесса обучения от поступления до выпуска. Сервис «Онлайн-приемная комиссия» в системе позволяет абитуриенту дистанционно подавать документы для поступления в университет, проходить онлайн-собеседование и получать уведомления о статусе зачисления. Сервис «Онлайн-заселение в общежитие» состоит из процессов подачи электронной заявки, автоматической выдачи комнаты и электронного ордера на проживание. Процесс обучения студента начинается с ознакомления учебного плана и профайла преподавателей во время регистрации на дисциплины. Сервис «Регистрация на дисциплины» позволяет формировать индивидуальную педагогическую нагрузку преподавателя с соблюдением всех внутренних нормативных правил университета. Индивидуальное расписание занятий и экзаменов студента составляются с учетом занятости аудитории, преподавателя, времени и календарного дня. Академическая успеваемость и статистика пропусков занятий доступны студенту и его родителям как в системе, так и в мобильном приложении. Для дистанционного обучения доступны возможности интерактивного режима проведения занятий, предоставления учебных материалов и заданий для удаленного выполнения. Процесс формирования ведомостей реализован с учетом всех правил допуска студента к итоговым и промежуточным контролям в университете. Для проведения экзаменов реализованы сервисы компьютерного тестирования и подготовки экзаменационных билетов. Тестирование предоставляет возможности подготовки вопросов с ответами и управления процессом тестирования. Для письменных экзаменов система помогает генерировать экзаменационные билеты. В период выпуска студента система позволяет проверять дипломные работы на антиплагиат, печатать дипломы с приложениями и формировать архив данных выпускников. Сервисы электронных образовательных услуг предоставляют возможность прозрачно отслеживать маршрут согласования электронного заявления студента. Интеграция с системой электронного документооборота позволяет транспортировать заявление студента с пакетом документов между системами для внесения резолюций и формирования листа согласования. Сегодня более 11 ведущих вузов Республики Казахстан реализуют стратегию цифровой трансформации благодаря облачной системе «Универ 2.0». Система «Универ 2.0» — это продуманная автоматизация учебного процесса, базирующаяся на личностно- и сервис-ориентированном подходе.